Итак, дорогие друзья, всех приветствую, с вами Железный Волк, и давайте взглянем на все самые свежие обновления в игре Free Fire. Это новостной выпуск Free Fire News. Погнали! Итак, что сейчас нового можно встретить в игре Free Fire? Ну, сами знаете, что сейчас к концу уже подходит событие, посвященное игре Логово Кодера, пробуждению Мокко. Уже все, она заканчивается. Ну, давайте по-быстрому сейчас пробежимся по новинкам таким, которые добавлены. Итак, перехожу, наверное, сразу к самому интересному, потому что обновилась башня, ребята, и здесь вы можете забрать набор Андроида, который очень похож, кстати, на набор из игры Overwatch. Кстати, как вы думаете, хотели бы вы коллаборацию во Free Fire, посвященной игре Overwatch? Пишите об этом в комментариях свои версии. Здесь вот добавили вот набор андроида, вот такой вот. Ну, 7 дней всего будет. Так, в призах можно также выбить еще себе крутую стенку. Тоже такую старенькую довольно. Так, как она называется, эта стенка? Печать дракона, да, все верно. Стена печать дракона здесь можно выбить. Ну и пару редких призов. Парашют, доски. Ничего такого примечательного для себя я не вижу. Итак, набор «Влюбленный Капидон» все еще до сих пор длится, ребята. Еще 3 дня осталось на то, чтобы выбить себе крутой набор «Влюбленного Капидона». Извините, показать не могу, потому что он мне не скачан. Ну и последние дни остаются. Это событие «Логово Кодера», потому что здесь уже все. Она скоро закончится, потому что ждет нас следующая коллаборация. Как по слухам говорят, что «Веном» прибудет в игру. Неужели этот симбиот добрался до игры? Ну все, вот здесь последние месяца числа остаются, чтобы выбить себе что-то из события Логова Кодера и события Мокко. Мокко прыг, кто еще не завершил, ребят, играть, потому что уже немного осталось, чтобы забрать себе крутой рюкзак. Челлендж Мокко в рейтинге, взять Буя, чтобы выбить себе купоны, потом спорткар обязательно за вход или за игру. Если ты наиграешь 300 минут, заберешь вот 300 вот таких вот жетончиков. Потом я забрал себе вот такой вот спорткар месяц Мокко, что так он классно выглядит. Да, я его уже забрал, так что все, он у меня в коллекцию добавлен. Ну, тут еще можно лутбокс футуристических скинов на Скар выбить и лутбокс катаклизма на М4. Челлендж Киберсокол, потому что мне надо будет еще наиграть немножечко минут, ребят, и я заберу себе крутой скин на Сокола. Вот так вот он выглядит. Он действительно круто. Жетоны по расписанию, как всегда. Так, ну и в событиях по-быстрому. Пополнение парафал, горячая ярость. На 100 вы получаете еще 100 дополнительно, потом вы забираете вот такой вот классный рюкзак, страж предназначения, это пополнение на 300. И пополнение на 500 алмазов ты заберешь парафал «Горячая ярость». Драконьи врата. Ты можешь здесь выбить себе два крутых набора, мужской и женский. Так что вот такие вот вы можете забрать. Продлится они до 28 сентября. Также башня «Андроид». Прокрутку лаг для нокаутов, ребят. Здесь вы можете выиграть водолазку, павиана и вот такие вот два крутых набора. Плюс сами кулаки. Так что, ну, если вам понравится... Ну, хотя я знаю, когда водолазка была добавлена в башню, блин, за ней все охотились. И водолазка, по-моему, если мне память не изменяет, появлялась даже в самом колесе фортуны. По-моему, ее туда тоже добавляли, и люди пытались ее выбить. Я помню, она была. Но я застал водолазку именно в башне. Так что вот такие вот призы здесь можно забрать. Набор колосса. Можно выбить потом вот черную водолазку. Ну, кстати, черную водолазку круто было бы сочетать с пуховыми штанами. И скины питомца, ледниковый павиан. Так что... Коэффициент вы сами видите, призы. Так что в зависимости, что он выпадет. Так что выбивайте, может быть, глядишь, вам что-то повезет. Так что зависит от удачи этот джекпот. Выгодная накрутка. Да, ребят, сегодня вы можете забрать себе боевой пропуск. Можете даже попробовать прокрутить, и вам выпадет пытка за 9 алмазов, где вы заберете абсолютно все из магазина. Всего за 9 алмазов. Блин, мне ни разу пока не везло забрать все вещи за 9 алмазов. Самое главное, я купил себе это боевой пропуск.
Забрал себе набор Дина. Ну, не знаю, я в нем не вижу ничего такого примечательного. Не знаю, что-то все по нему фанатеют. Да, он олдовский старый, но выглядит как неудачная завистливая версия английских штанов. Так что здесь еще вот такие вот призы. Добавлено, здесь еще можно забрать набор стального разума, набор стальной воли, потом можно забрать героиню Эврику, блин. Плюс еще волчара. Можно. Самое главное, я хочу забрать это питомца призрачный лесу. Блин, пока никак не удается купить эту красавицу, но очень хочу ее забрать. Надеюсь, может быть, когда прокручу завтра, с последнего ваучера накапает. В последний день, может быть, забыл. Ну и плюс здесь можно забрать еще две крутые эмоции. Так что крути скидку, выгодную накрутку, и покупай себе вещи, дружище. Советую даже задонатить на это событие. Влюбленный Купидон до сих пор идет до 27 сентября. А лутбоксы Квадрилава на... И ярмарочный тир. Ну, блин, он мне вообще не интересен. Ну что, вот и все свежие обновления игры Free Fire. Думаю, ничего такого тут нету особенного. Ну, если только набор Дина. А так, это были все новости обновления игры Free Fire. С вами был Железный Волк. Играйте только в самые крутые игры, смотрите аниме и слушайте только хорошую музыку. Еще увидимся. Всем сайонара. Эй, йо, Моко! Привет, Шира! Нам пора! Погнали! До конца, до конца.